Ну что, покормим наших голодающих. Так, самец уже знает, что сверху еда будет падать. О, высматривает. А самочка вон там спряталась. Еще не в курсе, что сверху падает еда. Так, вот мидия. Вот, ням-ням-ням. Сейчас будешь кушать. О, смотрите, как плывет за мидией. Давай назад. Давай-давай-давай. Сюда-сюда-сюда-сюда-сюда. Вверх теперь. Он видит ее через стекло. Видит-видит-видит, смотрите. Так, это у нас Гамлет. А девочку решили назвать Офелия. Ну, вот она пока прячется, стесняется. Так. О, все. Буду бросать. Смотрите, как он вытягивается. Он теперь видит сверху. Вот моя рука в аквариуме, и он видит, что сверху мидия. Ничего себе, вытянул шею. Ну, на, кусей, кусей. Так, смотрим. Боже мой, боже мой. Проворонил, вон мидия плавает. Нямк. Вот ничего себе, Кусман тебе, да? Попался. Вот так он с ней разбирается. Смотрите, какие у него когти. Маникюр супер. Так, что это мне тут мешает за капелька? Три секунды мидии нет. Так, а самочка вон что-то там залипла, ни в какую не плывет. Нямк, нямк. Кусочек последний. Все съел. Ну вот как дамочку покормить? Вон она сзади плавает, вон. Завтра буду купать их. Водичку поменяем. Еще ищет, ну. А самочка вон сзади плавает. И... Ой, не знаю, как мне ее покормить. Вот она. Ну, тут плохо видно. Ну, Дуриндра, Офелия, выплывай. Гамлет и Офелия у нас. Вот она чувствует запах, но не плывет. Сейчас попробую ее под самый нос подсунуть. Только чтобы подсунуть под самый нос, ее нужно достать. Вот она под островком сидит. Туда глубоко в аквариум нужно залезть, достать ее. Не глубоко, точнее, а далеко туда. Вот, аквариум. Ну, этот вот. Отлично, еще он просит. О, еще кусочек. Он съедает все до последнего кусочка. Кто мне там говорил, что их лучше кормить в отдельной емкости, чтобы не было остатков. Скажи, Гамлет, у нас остатков не бывает. Мы съедаем все до последней крошечки. Обжора. О, самочка выплывает. Ну, сейчас попробую ее покормить, хоть посмотреть, как она ест. Ну, как бы червячков она ела, ну так, без особого аппетита. Вот я, если я сейчас еще одну медью брошу, то эта засранец все съест. Уже опять сейчас будет охотиться за пальцем. Ладно, попробую ей под самый-самый нос дать. Ну, видео уже выключаю, потому что не получится. Вон она высовывает мордушечку. Вот. Вот они вдвоем. Обнимушки. Так, где тут мидия моя? Ай, все уплыло. Блин, ладно. Буду кормить ее из рук. Всем пока, ставьте лайки. Кстати, не забывайте ставить лайки. Куча просмотров, комментариев, а лайков нет. Мне обидно. О, выплыла. Сейчас я, может, заброшу, кстати. Блин, ну вот я только руку засовываю, она сразу уплывает. Она боится, о. Обжора уже приплыл. Ты уже съел одну, дай ты даме сердце поесть. Засранец, ну. Ну вот я сейчас заброшу, вот еще одна мидия. Он тут же ее съест.
Скажем, пофиг любовь. Жрать хочется всегда, да, Гамлет? Короче, как мне покормить? Ладно, достану этого засранца сейчас и попробую ее покормить, чтобы она одна в аквариуме была. Сейчас пойду вытаскивать. Ну, вот я его достала в контейнер. Сейчас буду забрасывать мидию мадмуазели нашей Офелии. Так. Мидия утонула, и эта слепошара фиг ее найдет. 100% не найдет. Мадемуазель, ты не туда. Мидия, вот. Ну, разворачивайся. Не, ну дурнина, ну. Так. Буду опять нырять, доставать и под нос теперь Так, я подсунуть. забросила вторую мидию. Ну, она реально слепошарна, не видит. Ну, вот уже две мидии лежит. Может, она никогда их не пробовала? Ну, ее, мне говорили, в основном кормили специальным кормом для черепах. Натуральный корм она не кушала. Ну, вот оно и видно. Смотрите, две мидии перед носом лежит, вот одна, вот вторая. Она смотрит наверх, сверху упала она и испугалась. И поплыла в конец аквариума. Офелия, ты не Офелия, ты тупелия, блин. Давай к мидии плыви. Ну, что вытворяет? Плавает себе туда-сюда. Ладно, еще подождем.